Сегодня восьмое, наверное, уже, да. Сегодня 8 января. И сегодня я был в Ашане, покупал орхидеи. Вот взял такую вот мини-орхидею Саммертайм. А, Саммерсонг, вру. Саммерсонг, вот она какая. Красивая. Еще не пересаживал, буду обязательно пересаживать. Равелла. Равелла, Фронтера. Фронтера. Скорее всего, вот эта Фронтера. Если я не ошибаюсь. Вот она какая красивая, большая. Такие вот желто-розовые. Желто-розовые, даже, может быть, немного лимонные цветки с красивыми фиолетовыми пятнами. Мне очень понравилось. Вот решил взять с разной степенью пятнистости разные цветы. Так. И фронтера. Ну, вот какие-то три. Пока еще не очень разобрался. Вот такая вот желто-белая с фиолетовыми прожилками. Очень мне тоже понравилось, очень красивая. Вот, а вчера я взял и один из сортов определил. Вот это Morning Bliss, орхидея Morning Bliss. Вчера ее пересадил. Сегодня оборудовал место для орхидей. Вот мне маленькую орхидейку, вот она теперь тут растет. У нее такая персональная лампочка есть. Сюда еще можно одну маленькую орхидейку вместить. Дальше вот тут идут вот все остальные орхидеи. Здесь идет лампочка, специальная фитолампа. Вот брал в Леруа Мерлен. Вот такие вот лампы за 300 с чем-то рублей. Подключил все. Вот книжками сделал такие подставки. Вот они там освещаются, досвечиваются. Поставил освещение на таймер. Подключил через сетевой фильтр. А таймер у меня вот там внизу стоит запрограммированный. Вот. Орхидеи вчера, которые я пересаживал, еще не поливал. Сегодня обязательно их полью. Вот. Еще вот такие прищепочки взял для орхидей. Вот. Так что будут они у меня теперь вот так вот расти. Надеюсь, вырастут хорошо. Пересаживал я вот в такие вот сосновая кора, сфагнум и вот такие вот камешки. Пористые камешки. Вот. А низ брал старый грунт. Он такой вот мелкая тоже там была. Вот мелкая сосновая кора. Видно, что как бы две части. Но вот попробую вот так сделать. У меня крупная была сосновая кора. Она, к сожалению, не пролезала в корни. Не пролезала. Поэтому решил вот так вот сделать. Листики еще не поливал. Сегодня, вчера пересадил, сегодня полью. Листики протру, попшикаю. Вот. И надеюсь, что они приживутся. У меня хорошо покупал вот тут с такими большими корнями. Вот, не знаю, вот эти, наверное, надо будет обрезать корни сухие. Не знаю, надо, не надо, но на всякий случай обрежу. Посмотрим, как они переживут пересадку. Вот очень мне нравится вот эта вот маленькая орхидейка. Саммерсонг. Такая очень нежная, цветущая. Ну, в общем, ладно, я побежал за горшочками. У меня вот покупал такие вот маленькие горшочки для орхидей, но они оказались маленькие горшочки. Вот. Это вот вот эту можно пересадить обратно будет в этот же горшочек, а вот остальные уже, к сожалению, не получится в такие пересадить. Надо брать горшочки побольше, потому что там все корнями хорошо заполнено.
Ну вот, на сегодня все. Я показал, как я сейчас вот оборудовал уголок для орхидей. В общем, и повезло у нас ночью холодрыга. Ночью у нас уменьшают отопление, поэтому дневное и ночное колебание температур им точно совершенно будет обеспечено. А днем тепло, замечательно. Так что вот в зимнее время буду поливать. Надеюсь, что мне не придется переживать. Так что будем сегодня еще побегу в магазин, потом буду пересаживать. Всем спасибо. На сегодня все. Пока.